Я считаю, что нужно меньше считать деньги, больше думать о том, что ты сделал за сегодняшний день. А самое главное, правда, не стоять на месте и из зоны комфорта выходить срочно. И пробовать. И самое главное, не отчаиваться. Почаще думайте, чего вы хотите. И почаще формируйте свои желания и четко понимайте, чего вы хотите. Сейчас такая есть тенденция, кого не спроси, типа, кем ты видишь себя через 5 лет, ребята очень часто об этом просто не задумываются. Вот я хочу вам пожелать не лениться, всегда чего-то от жизни хотеть и понимать, что вот такого дня его больше не будет. И нужно за сегодня сделать тот максимум, на который ты способен. Это может, грубо говоря, быть и в профессиональной какой-то твоей деятельности, и даже в бытовом смысле в твоей жизни, потому что нужно чего-то от жизни хотеть, это самое главное. И, конечно, стремиться. И никогда никого не винить. Потому что такое бывает, что сейчас мы всем хотим что-то кому-то доказать. А я просто хочу пожелать, чтобы студенты и вообще молодые люди, они никогда не останавливались, чаще задавали вопросы себе, а не кому-то там и не спорили, не ругались с кем-то, а просто предъявляли какие-то требования к себе. Если что-то было не так, как они хотят, прежде всего, чтобы работали над собой.